Кто такая? Своя. Здорово. Привет. Что? Здравствуйте. Здравствуйте, миленькая. Ой, теперь. Случай. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. С приездом. Ночные гости. Таня. Игорь Иванович. Я слышал. Гуля, ты что, спишь, что ли? Нет, блин, конкретно. Логическим выводом я сразу понял, кто это может быть. Да, Серега? Здравствуйте. Доброе утро. Здорово. Опта. Опта. Оптом. Доброе утро. Оптоволокновая база. Оптом. Отряд опухоль. Да. Опухоль, выкухоль. Ну там всякие разные слова же, да? Нет, я какую-то слышала. Ну ты просто не от тех, кто он. Сегодня 30 апреля. Утро рассвечено приездом наших друзей из Архангельской области. Покажу хоть себя немножко. Доброе утро. Сразу видно, вечер удался. Девчонки. Девчонки, подъем. Мальчишки. А мальчишки? Подъем. Подъем. Заем. Девчонки. Подъем. Девочки. Девочки. Под утро прям сегодня два генератора ужас как заработали. Да. Не молчат. Причем даже это. Я слышу, аж через двор слышал. А Дима аж это, только будильник выключил, да? И сразу, да. Как дал, только я аж проснулся, ну фига себе. Он думал, спи, спи. Отряд опухоль. О, стул поставили, чтобы если зашел, бам, сразу упал. Девчонки, подъем. Там Димочка. Там девочка Дима Пе, а здесь девочка Дима Бу. Опаньки. А где ты не спал? А вот тут. А вот тут вообще. А тут типа в одиночку, что ли? В одно лицо? Нет, а, так, ну, так. Открывай. Так, вот, открывай. Ножик есть? Ножик сейчас вскроем. Описываем. Ой, 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 ой. Спросы. Точно выхухоль. Дима, ты выхухоль или похуй? Еще и матрас. Ну вообще. Не-не-не-не. Тебе дров дать, чтобы это в глаза вставить? Спички не помогут. Не могу открыть. О, можно вот такие эти, бублики вставить. Да, мы тебе сейчас бублики ставим, точно. Он опять спал на лице с бушлатом, стопудово. Видите бушлат? Да? Вижу, я, вижу. Опять на лице по старой доброй привычке, да? Так, китайская лица. И у нас Дима Бо. И встал. И дальше спать. А машина 750 московская, это кто? Просто? Нет, просто. Машинка просто стоит. Нет, 750, это просто? Это не просто. Пойдемте, я покажу, кто. Даже выключать камеру не буду. Девчонки! Да, в проволоку, конечно, зря заехал. Тут проволока колючая под машиной. Так. Отряд опухоль. Светочка, нажми на кнопку. А чё все только девчонки-то? Я не понимаю. Мальчик, мальчик Света, вставайте, пожалуйста. А, это кетчуа поставлено. Так-так. Так-так. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук.
Ку-ку-ку. Можно же это? Как его? Это мавзолей, что ли, да? Здравствуйте. Подожди, деточка. Динар! Игорь! Привет! Пустите, пожалуйста, в машинку. Так, я не понял. А что за пацан? Пацан Светка приехал, а? Кто такое? Девочки. Здорово. Здорово. Ну да, было дело. Я говорю, ты полежи немножко, посмотри, как я. С приездом. Видите, солнце даже вылезло. Оно не вылезло, мы его везли с собой в карман. Ну так там вот, мы, да? В общем-то. Солнце. Там солнце. Так мы ждали, пока все выйдут. И вдруг оно кончится. Что, солнце было? Так. Ну. Трио. Петропавловская. Петропавловская. Крепость. Так, стоп. Стоп. Отсюда никуда, обнимайте здесь. Ты толком-то и не спала, потому так глаза прикрыла. Да, я хочу спать. Так это хорошо. Здоровое желание. Ты за руль, ты рулила? Да. Только ты рулила? Рулила я. Одна? Да. Они не рулили? Нет. Ну какие они ленивые, а? Они спали. Это я просто очень диктатор. Жадная. Да. Жадная. Дорвалась до дороги. Да, я никому. Они просили, я не дала. Серёга! Темные очки. Как вы ночевали? Ой, что-то голос сел почему-то. Не знаю, что это. Водка, наверное, холодная с вечера была. Слушай, Игорь, ну вроде это. Не сильно. Не иначе. Все было вроде хорошо. Наоборот, вчера... Может быть, контраст с горячим правильным чаем? Возможно. Возможно. Че орет? Она не орет, она взывает. Че зовет? Она у Динарика так же утро звала, да? Я тут. Итак, и мысль назвала Динара. А прозвал Серега, да? Серега тоже. Дима-то, мы сегодня с утра такой. Голоса какие-то. Слышу, блин. Все уже, да? На пиваке. Да это, говорю, Инга Ивановна встала. Ты сама с ума разговаривать. Прикол, не. Да, смотрите, мы думали, вы встали вдвоем. Ну это, 6 утра. Ну, когда ты вышел, я вот слышал маленький голос. Да. Да нет, а я уже лежу, уже не могу прямо это. Ну хочу. Уже не могу выйти, ну еще пока мучился. Здравствуйте. Здравствуйте. А где Дима Петров? Да, Петров, он не приехал еще. А где Дима Будин еще? Здорово. Здорово. Приездом. Спасибо. Ну как доехали? Отлично. Лицо не вмещается. 16:9. А так? Так вот пойдет. Давно ли приехал? Ой, вместе приехали? Постепенно, по очереди. Лицевые категории. Здорово, седой. Что это вы делаете? Да вот лицо меряю. Да оно не влезет. Лицо мере. Вот так вот нас уже сажают. Ой, голоса теряем прям. Прикрыть хвостики, пожалуйста. А курить можно? Да. Оправиться? Нет. Ну давайте подчинимся. Давайте. Давайте. О, белая госпожа! Еще раз, Серега. Еще раз, Серега. Серега, еще раз. Наташа вообще обещала Таня. Серега. О, белая госпожа, позвольте нам сесть. Динар, одежу подвинь. Сейчас я уберу. Не-не-не, они уже выходили.
И чашку забирать, чашку, чашку. Давайте чуть-чуть подождем. А? Ты помнишь, когда ты покупаешь? Подожди, подожди, это массажи тебе скидки. Мои глаза. Динар. А где Дима Будима Пе? Дима Пе! Дима Буду! Я гитаре порвал, гречку пророщенную себе ел. Очень срочно нужно! Сереж, на куртку. Да. Вон там кто-то шурохается. Да он в ней уже 100 лет ездит. Сережка, тебе 101 год. Что за претензия? Да нет, нет, она очень примечательная. Конечно. А где это Динарова куртка? Здравствуйте. Ну, ну да, да, я-то не приехал, Динар приехал. Динар же приехал. Да ты чё? А где он? Динар. Лево это куда? Это где левая рука? Где лево? Жонка-то и не видно там. Да. За шевелюрой. Голову вправо. Гастрономическое приветствие от Великодского района. Ой. Ой. Бать. Здрасте. Здорово живите. Эс, только-то вас-то собиралось-то, как вы эту маленькую коробочку-то все и влезли. Вот как-то вот получилось. Ну-ка, мужики-то сидят серьезные, все как на подбор, в одинаковой форме. Сразу видно, по делу приехали. А бабы, они в лесу бабы, набасилися, басье свое на выхвалку выставляют, каждый наступит да давнет вычуривать, вас самускают. Баские, да не басяй меня. Да я-то сама к вам приехала охотку сдернуть, хайло подрать, хайло у меня из семи телятин сшито. Ну, а утро-то как на Руси должно начинаться? Спички вставлять в глаза. А что-то как? Хорошечку пивка, как его купить. Вот парень это все знает. Пониматься. Все правильно, на Руси-то утро-то с чарочки должно начаться. Ну, Серега. Чарочка моя серебряная, на золотом блюдечке поставленная. Кому чару пить, кому здраву быть, пить чару всем, всем, всем. На здоровье всем, всем, всем. То ни лес, ни трава расстилаются, наши буйные головки преклоняются. Поправляются. За ваши дела прокричим ура! 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 Фотографируйте все! Оп так! А теперь, братынька, где наша братынька? А ты что, салон? Ну сколько братиков, столько такая и братынька. Света, подходи, салон. Братынька к вам приехала с мизени. С мизени? А, почти с мизени приехала братынька-то. Не доехал до Архангельска. Нет. Чисто. Помогите, пожалуйста, братыньку-то отсюда. Пожалуйста. Снимай. Снимай, снимай, снимай. Сереге пусть бежит. Колобашки те вчерась из русской печи. Чуть-чуть подостыли, а так самое то. Помните, как братыньку-то пить надо? Вот пили, слово сказали и следующему передали. Нет, это да. Нет, нет или да? Нет. Так, слово. Игорь Ивановичу. Слово. Ну, это уже не пить, но слово сказать. Да. Други, прекрасный наш союз. Поздравляю вас с добрым, прекраснейшим весенним утром и с тем, что вы здесь наконец-то собрались. Будьте здоровы, счастливы, ну и по возможности богаты. Часто передается. Спасибо. Посолонь. Посолонь. А, вот так вот надо, да? Посолонь. Я раз всех. А, Динар, иди сюда. Да не, пусть тут стоит, сейчас покажем. А, мы типа... Прогорело это там. А, почасовое. Отойди. Простите. От дыма. Он нормальную взял. Вы смотрите, горелый девкам оставляете. Горелый для того, чтобы птички выросли. Я раз всех видел.
Кто у нас, Серега, переживает? Наталья Валерьевна? Ну, зачем ты так? А это, братинка-то она по кругу такой, или как, по квадрату? Ой, давай, это... Что-то в другую сторону пошла. Как длинно так и так? Хочется сделать вот так. Больше всего меня этим утром удивил живот, конечно, Дима. Это тоже было прекрасно. Я вас всех очень сильно люблю. Кто старый поменяет, тому глаз вон. Примите меня в вашу банду. Посмотрим через 3 дня. Жонки-то сколь гарны собрались, а? Ох. Нет, я Игорь. Попробовал себя лука. Конечно. У тебя лучше. Пожалуйста. Что такое? За рыба. За то, что мы все здесь собрались. Как давно его некоторых давно не видел. Передаем пару, не задерживаем. Не был. Да. Да, хорошее утро. Так весело началось. О, это ему. Домовому, домовому обязательно надо оставить. Все это здорово. Ни одной нет собаки. Ну я не да. Серега, да, вот внизу. Иногда собака, да? Серега, нижний брейк. Серега, а еще, ну помнишь? Да, вот так. Иногда собака, иногда кобра. А слово сказать? Она же все, уже вот так и все. Сережа. 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 Жем слово вспоминает. Там щека откушенная. Сережа, повтори. Сережа, ты грязь видишь, да? А по доброму христианскому обычаю? Женись. 3 раза. А поцеловаться? Да. Сережа? Сережа засмущался. Сережа в краску вели. Не могу. Ты не пьешь? Спасибо. Нет. Слушай слово. Нет, пацан, нет. Будьте здоровы. За вас. Ну какой многословный. С утра еще. Утро только еще. Речь не подготовили. Братинку передаем. Братинка. Как-то у меня не в тему. Слово. Горилла, сука, не будет. Мы долго-долго ехали и наконец приехали. Мы да. Знали, куда едем, для чего едем. И поэтому у нас получилось слияние 2 маршрутов в одной точке с погрешностью всего 10 минут. Один маршрут с Красноборска, второй... Москва. Бронец. Погрешность всего 10 минут получилось. У нас были пробки, у нас были различные заезды во всякие нужные и ненужные места. Мы просто банально спали. Мы спали, видимо, именно столько, чтобы вовремя прийти в нужную точку маршрута. За вас. И передать братинке. Ну? Ну? Саша. Я как бы много говорить не умею. Я могу сказать только одно. В этой тарелке лежит, мне кажется, столько же, да? Шани же сколько нас, а почему-то не мало кто съел. А горелую, кстати. Ты все доел? Я все доел, да. Ну я могу одно сказать. За нас, за вас и противогаз. Вот так. Все. Серьезно-то, братинка. Дима. Знаю, сколько у всех домашних проблем.
на работе забот. Но я очень рад, что все сегодня собрались здесь. Все собрались ради одной цели. Вот. Я очень-очень рад всех вас видеть. Да. Ну и на здоровье вас. Ура! Крутой, не закусывай. Ура! Девки, вам горелые штуки. Да мы уже откладываем. Мальчики не рискуют. Я первый раз в экспедиции. Было очень радостно со всеми познакомиться. Радостно приобщиться к этому труду. Быть добру. Я уже не знаю, что сказать. Уже все сказали. Дайте быстрее, там не должны что сказать. Да? Давай, возьму. Меня сегодня разбудили в 4 утра. Ну, я так рада. Я даже, наверное, не спала до этих 4 часов утра. И потому что воздух от того, сколько нас здесь собралось и сколько аж разряженный. Спать не хочется, всех хочется видеть. Поэтому я тоже всех очень-очень люблю. Говори много слов. Нет. Вот они. Мне не дали горелую. На заре 21 века, когда жизнь не подвластна уму, как же надо любить человека, чтобы в гости приехать к нему. Как рада вас видеть. Спасибо. Серега, тебе чашечку подставить? Под катящуюся слезу, Серега. Чашечку или ведерко? Слов нет, одни эмоции. Вот. Очень хочется поработать. Так давно не была. Мужа где потеряла? Ну, потери есть. Это потеря. Нет, он, да, он мне просто разрешил, дал возможность пообщаться, пообниматься, да, с моими любимыми мужчинами. Сережа, дай мне ведерочку, пожалуйста, я поплачу. Я уже тоже не могу, уже прямо это. Света, мы сейчас расплачем. Не пускай, Сережа. Спасибо, Игорь. Зачем нельзя же доливать? Это же круг. Я чуть не выпила. А ты выпила вообще? Да. Пьяная Света, надо было предупреждать. Я же сказал, поменяйте. Там есть. Я тут что до Свету встала, печь-то затопила, я такую что заплела чай, то попила кровь, то подоила, да это в лавку пошла, в лавке то все, что надо бы накупила, да обратно к дому поворотила. Да это соседка ко мне идет навстречу моя, Санька Горошина, с козлом со своим. Ну, в смысле, не с мужем, а с натуральным козлом-то, с Яшкой. Говорит, Дмитриевна, посмотри-ка ты, да те у меня козел от умной. Яшенька-то мой кронишка. Ведь, говорит, как ногу-то кладет, ведь чистый генерал. Ведь, говорит, Дмитриевна, бы не козлом-то бы ему родиться, так не каким-нибудь бы генералом бы стал. Ведь, говорит, да че козел от умной, у меня, говорит, даве крыша протекла, так я к соседу, к своему Борису Егоровичу, говорю, Борис Егорович, крыша у меня протекла, надо залатать пылку, ведь тетя тут. Он ей говорит, Санька, да какая крыша, ведь до званича ни минуточки времени-то свободного нету, работушки-то есть только-то. Да это ну-ка зачем-то на мост то и вышел. А козлик вот мой, кронюшка-то, Яшенька, ну-ка это на стол вот уж вскочил, да это уж и Борка чё-то. За это, ну-ка, у Бориса-то Егоровича на краю-то, на стола-то это картузик лежал. А он, говорит, это картузику ты написал. Борис Егорович с мосту-то заходит, да это картузику-то девать. А говорит, Санька, а кабыть и у меня крыша-то течет. Так полезу свою ремонтировать, так и твою укропай. Вот, говорит, Дмитриевна, до чего... Козел вот у меня умный, не козлом ты бы ему родиться, так не каким-нибудь бы депутатом стал. А тут и машина за мной приехала. Это повезли меня сюда, я все думала, зачем я сюда еду. А теперь я вижу. Правильно. Где как пакетик вот мой черненький? Бери, вижу. Выпьем за то, чтобы всегда под рукой оказался. Нужный подарок.
Носки в банке. Майкова труженика. Благодарствуйте. Ну, я вам еще надоем. А пока на сегодня достаточно, да? Для затравочки. Будь здорова. Сережа уже признался. Сережа? Мне кажется, я влюблен. Влюблённость, она такая штука, быстро проходит. Смотри, Серёжа, Ой. Ещё, Серёжа, левую сторону, левую. Вот так делай. Я шикарный. Что-то шаборкает. Выпало, думаю. Да. Ну, товарищи, пьем чай. На этом гастрономическое приветствие с Лизой закончилось. До новых встреч, друзья. Ура! Как-то ехал. Ехал. И подумал, да. Точнее, когда собирались все, когда звали, когда вот говорили, что ребята приедут. Зашел в магаз один. Максидом. Мы же видим, какой один. Один Максидом. Угу. Да, и подумал, значит, у нас, точнее, вот у Игоря Ивановича очень хорошо собирается народ. То есть солдат РУ, там всегда рядом. Ну, в общем, я подумал, что ну это однозначно отряд, как я уже сказал, специального назначения. Подумал, надо какой-то атрибут. Значит, найти ему такой, еще такой, чтобы уж видно было издалека, да? Там, у всех отрядов какие-то есть, там, значит, знамена. Есть там какие-то, знаете, атрибуты отличия. И вот тут я посмотрел и увидел, значит, подходящий берет специального назначения. Вот. Он мне очень понравился. Выглядит он вот так. Значит, второй трех появится в лагере. Данный атрибут, он вообще как бы очень универсальный. Я когда тоже его тут как бы крутил, думал, ну у нас супер будет. То есть как бы вот у нас, я имею в виду, нашего отряда, значит, будет супер, так сказать, головной убор отличительный. Потому что здесь можно по-разному, значит, его, скажем так, использовать, значит, и в работе, и в дальнейшем там быту дома. Значит, вот это вот как бы знаменитая буденовка, значит, вот она, значит, выглядит, я так понимаю, вот этот вариант, скажем так, классический парадный, я бы его назвал. На правду. Значит, есть вариант, естественно, вот, значит, зимний вариант, ну, будем говорить, тоже парадный. Выглядит это приблизительно вот так. Буду показывать на себе, значит, вот здесь вот ножки подогнем сейчас. Это классический парадный, да, у нас будет вариант. Я даже ничего так выгляжу, да? Да. В очках такой, очень буденный. Вот. Ну, неплохо, да? Дальше, значит, я дальше продолжал. Ну, если, допустим, значит, можно при построении, то есть при разных, так сказать, поданных командах, ее использовать тоже по-другому. Ну, например, вот 90-е годы была очень... В российской армии была, так сказать, модная пирамидка. Из нее можно сделать, например, пирамидку. Показываю, значит, как это делается. Значит, да, вот это вот летний вариант я назвал. Ну, полевой. Летний полевой. Пожалуйста. Значит, ну, еще кого-то видит. Да. Вот я как раз посмотрел на букву Игоря Ивановича. Выпал, видит. Когда они работали в Любане. Я подумал, ну, здесь и можно сделать, значит, этот, как сказать... Ну, если не нравится, допустим, буденовка, допустим, какой-то день... Да, лондонский денди. Да. Ну, можно сделать известную вот эту вот пирамидку. Оп, смотрите. Очень шикарно все получилось. Значит, ну... Это парень с электрички, который продает... Есть различные башкирские, татарские, значит, недели репетиции. Ну, можно, значит, сделать фесочку. Власть сменилась, белые пешки. Войско может выглядеть сюда, здесь можно двуглавого орла. Или что-нибудь уже. Вот. Дальше я подумал, значит, а ведь у нас же есть среди нас люди, которые...
стали профессиональными, по-моему, историками, да? Это вот Дима был, он ездил в археологические экспедиции, и для него вообще, то есть если меч, хан, леденец вывел, вот, пожалуйста, все дела. Можно так сказать, да, ну пускай ничего. Ну, в общем, здесь, наверное, пожалуй, все. То есть, кисточки, я уже показал, там кисточку можно сделать. В общем, вот такой вот главный. Значит, хотелось мне его подарить людям очень. Ну, во-первых, надо, так сказать, отнестись к этому серьезно. Людям, которые. Сережа, брови проверь. Складочку проверь, Сережа. Складочку проверь. Проверил? Серьезно? Всегда здесь. Молодец. В экспедиции и очень здорово трудится. Вот. Ну, в общем, с которыми я общался, с которыми я очень уважаю людей. Это вот в первую очередь это вот Дима Петров, не перестаю восхищаться. Динар. Ну, то есть, Дима, складочку проверь. Такая, как бы скажем так, однозначно бригада специального назначения, которых я знаю. И в каждой экспедиции я говорю там. Встречаемся, я очень рад всегда видеть и, так сказать, общаться с вами. Поэтому, Игорь Иванович, от вашего имени. Конечно, конечно. Так сказать, ну, и от меня, от чистого сердца. В общем, вот такой вот. Но обязательно носить. Понял. Обязательно. Понял. По крайней мере, здесь, чтобы, да. Потому что на полевые выходы обязательно нужно выходить. Вручается. Одевай, одевай. Да, вот Дима пропустил тут. Тут целый спич был. Да, я уже все сказал. Многоразового Дима, использования. Ты видишь, что появились, так сказать, специального назначения. Специального назначения. Дима, специально ты узнаешь. Да? Если будешь носить по-другому, да. Ты не наш. Ура! Я думаю, не тот отряд назвали «Богатырь». Да-да-да, мы сегодня мимо пройдем. Динар у меня ассоциируется с таким вот. Тоже вариантом. Можно так спрятаться? Да. Один глаза. Посмотрим, как это смотрится. На тебе. Берет специального назначения на тебе. Я вспоминаю фильм «Шестой», помните такой? Угу. И там был такой, которого все время путал, говорит, Аристарх я. Говорит, а я вот ты мне то же самое. Да. Опять мастурбирует. Он носил бутеновку там, помните, да? Вот. У него ухи все время вот как-то вот так вот. Вот, я вот, как у Сашки. Подожди, вот это загнул, тут биркой осталось, экологически чистый материал. Вот так вот. Сережа, Сережа, Сережа. Кто не знает, вот такой спецназовец вчера настолько отличился, что мы до сих пор прийти в себя не можем вообще. Честно говоря. Батальонными путями ехал, добрался. Да. И втихаря, да. Причем никто не знал. Александр. Кроме Игоря Ивановича. Ты у нас серьезный парень. Говоришь немного. Профессиональный носитель треуха. Да, ты у нас проявляешь большую заботу, ко мне большое уважение, поэтому тебе от всей души. Лишь любого на банке. Так. У нас еще кто-то остался. Так, 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 так. У меня просто, я когда ехал, у нас было. Ты долбался этот будильник. Будильник почему-то. После двух запрещенного же слова, Дим, прости. Будильник. Будильник. Запрещенное слово. Инга, ну, просыпатель. Проходи. Командира отряда. Вы у нас красивая девушка. Вам, наверное, очень пойдет. Я почему-то прям просто уверен. Я такого еще не знаю. Да. Так что поэтому... Стоят такие трое. Но есть у нас еще командир, он как решит, вы так и должны поступить. Потому что... У нас приготовлена особая пилотка. Берет пилотка. Черного пакета? Да. Это
Вот так. Я, кстати, когда, значит, смотрел, ну, думаю, ну, серый фон — это как защитный фон в лесу. Но у нас должен быть этот, видим, так сказать, командир издалека. Да-да-да. Синий цвет на фоне отличаться леса, да. Это будет вот, ну, красиво. Можно подходить. Кстати, да, Игорь Иванович. Я не к вам. Я от души вас хочу, как говорится, поблагодарить за то, что меня когда-то позвали. Вот. И тоже носите вот. Ой. И командуйте. Продолжайте нами, так сказать. Налезло? Ура! Ура! Вот такой вот. Отряд, а теперь на построение. Врачей. Отряд выкухоль. Да. На завтрак. Вы будете командовать, если, так сказать. Ну, ладно. Ну, я на самом деле, я сочувствующий, я всегда говорю. Но я всегда рад приехать, помочь кому-нибудь научу. Вот Андрей, например, он тоже приезжает в Шутер. Андрей, подходи. Ты больше замести меня. О, Кирилл Флинт. Как тебя видеть, я, наверное, тоже пойду. Он. Отлично. Отличная штучка, да? Вы как сняли, а? И, кстати, в размер все. Все подходит. Вот откуда? Вы вообще появились-то? Вот его центр убрали, и вот из них сделали бьёлки. Натуральный продукт. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо, Дима. Знак отличный. Натив. Не снимать. Не спать. Да. И спать в нём тоже, кстати, можно. Ну, наливай. Кстати, давайте выпьем. За наливай. Наливай. Раз такое утро у нас прошло. Канистру с водой отнесем туда, к берегу. Кстати, у меня еще где-то будут дырочки. Коняга. Сережа, еще раз. Коняга. Ебать. Видите, как... Да, кодек. Сразу подъем. Ну давай по кругу. Ну, в общем, за то, что мы здесь собрались и чтобы нам хорошо поработать. А вас я тем более всем очень рад. Второй рукой не будем использоваться. Хорошо играть там в команде. Ну а там дырочки играешь. Ну, ивановцы! Ивановцы? За вас! Кстати, мне очень понравилось. Ивановцы. Игоревцы уж тогда. Пока, Серега. Солдаты. Что это такое? Красная икра. Заморская. Серега. Доведи Сашкин головной убор до совершенства. Да, да. И второй. Во. Во. Как положено. Крылья. Я только Лёшка Рутимов. Залу. Ты же хотел всего можно, но... Понял. Это Это крутая штука. Офигеть. Это уже в этих, в жестяных банках, что ли? Охренеть. Ну, карта Великобритании, что ли? Ну, не знаю, что у тебя там открыто. Охренеть. Ладно, ладно. Не скупил. Поставил. Нет. Охренеть. Экспорт. Он еще сделает. А продуть, Саня? У меня не получается, у меня вылетает сразу. А ты же пальчиком придерживай. Придерживай. Да. И продуть. Я пока не буду открывать пупырь. Да я буду. Вот, давай, Сань. А продуть. Серега, давай. Серега. Во. На 9 мая.
хлоп. Раз, 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 хлоп, раз, два, хлоп. Три. Раз, два, три. Ладно, что там, самокрут? Беломор? Слайд. Опаньки! О, Серега приехал! Серега приехал! Ёлы-палы! Сергей, здравствуйте, Сергей. Мазурбай. Здорово, Серега. Приездом. Я тоже Сергей. Свеженький, непрокопченный. Не говори вообще. Ой. Я всех запомнил потом. Запишу. Народ, ну давайте. Давайте вкуснее. Чай, кофе будешь? А может на фоне леса, Игорь Иванович? Давай. Пошли на фоне леса. Я потом дорисую. Давай, иди. Олеся сейчас нас снимет. Хорошие вести. Хорошие? Очень хорошо. Ну что, Наташа, пожарим на сковородочке картошечки. Скромняшечка. Маленькая сковородочка. Бам! Вот сейчас мы тут сготовим. Да? Да. Это хорошо. Я сажусь сейчас за раскрутку медальонов. Вы мне помогайте. Да. И это можно прямо даже не мыть. Значит, мне нужна тарелка с чистой водой. Твоя тарелка чистая. Да, моя тарелка. Вон, самая нижняя, Тань. Самая нижняя, да. Ты будешь вот здесь раскручивать? Ну да, нет, нужна устойчивая сидушка. Наверное, а вот та, наверное, вот там. Она очень хорошая та-то. Ну, сейчас посмотрим. То бревно. Возможно. Сейчас будем раскрывать найденные вчера медальоны. Нас их три. Мальчики, что-то сегодня тоже звонили? Итак, товарищи, приступаем к процессу раскручивания медальонов. Первым пойдет в дело медальон бойца номер один за 29 апреля 2018 года. Медальон найден Сергеем Владимировичем Трухниным. Медальон запечатан в грунт той же влажности, в которой найден, для сохранения его условий от момента находки до момента разворачивания, с тем, чтобы возможному бланку, коль он там найдется, не был нанесен никакой вред от современного кислорода и его окислительного действия. Вот сама капсула шестигранная, эбонитовая, стандартный медальон РККА. По-моему, в этой водичке. Обычная холодная вода, просто споласкивается. Нет. Это сейчас здесь возможно для разворота. Мы приготовили тарелку воды. Чистый. Если бланк кисловатый, то будем использовать воду. Поверхностное натяжение воды должно позволить его развернуть. Если бланк нормальный, то для этого у нас есть иголочки. Одна из них. Выходим. Откидываю. Но не очень плотно. Каша. Но есть. К сожалению, да. Но есть. Боюсь, что придется пилить. Где-то иголочку положила. Вот она лежит. Боюсь, что придется пилить. Так просто нам его не достать. Нет, отделяется.
Отделяется. Но прилипший. Выбивать не будем. Сейчас я тонким пинцетом войду сюда. При минимально возможном. Минимально возможно вот здесь и попробуем вытащить. Прилип. Прилип. Ну, он может быть внутри не каша, а внешне вот эта сторона из-за неплотной закрытой крышечки принял кашеобразное состояние. Может быть, еще что-то сохранилось. Очень часто воды здесь нет. Из-за того, что не была плотно закрыта крышка, здесь оказалась вода. Есть способ выбивания вот оттуда, в потыльной стороне, но тем самым нарушается сплошность бумаги. Слои могут отчасти перемешаться и не позволить развернуть медальон. Так. Я его сейчас закрываю, мы его сейчас надпилим здесь, вот так, и расколем. Так, 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 остановите запись, пока не распилим. Крепко держи. Он лопнувший, вот он, вот он почему не сломался. Драться. Бланка почти нет. Он треснутый был. Смотрите, бланк умер еще в капсуле. Да, маячек. Вот небольшие остаточки есть. Прилипшие. А он бракованный был, он не треснувший. Ну, с одной стороны, стенка разная, да? Да, с одной стороны стенка тонюсенькая, а с другой толстючая. Сама капсула была бракована. Видите, бумажки там практически нет. К сожалению. Остаточек вытащим. Ее нет. Увы. Увы. Видите, еще и тут вода попала. Отлично. По тонкой части. Серега чуть-чуть надавил, чуть-чуть. Она из вот этого изъяна. Этот изъян мог вот здесь проводить воду. То есть даже крышка, ну, вот такие неплотно завинченные крышки. Сейчас я покажу, что значит неплотно. Вот это вот так, слышите со скрипом? Это плотно. И вот так вот с трудом можно отвернуть. А если покажу, как она была. Пробуй. Вот так она была. То есть вода проникает элементарно. Плюс вот этот. Жаль. Тонкий борт. Да, тонкий борт. Ни один кусочек не разорван. Олеся, там нечего разворачивать. Ионный. Ну, темный грунт это твой. Темный грунт твой. Да, вот мы бумажку положили. Вот, все это грунт песчаный, его. Вот ложка. Вот три бойца нашли. Их двое лежало вместе. Можно сказать, даже не разъемные, они перемешались. Друг на дружке лежали. Такая ложка. Такое зеркальце. И
медальон, который мы назвали, условно назвали ладанкой, это не ладанка, просто похоже на него. Значит, это медальон образца 25-го года. Так, вот так он был. Проткнутый этим щупом. Вот так он был. Вот, он просто раскрывался вот так. Там внутри вкладыш на длину вот этой и длину вот этой. Единый. Вот это типа как дверное соединение. Дверная петелька. Петля, да, петелька. Вот. Вот он тут захлопнулся, чик, и на веревку. Медальон образца 25-го года. Это подчеркиваю еще раз. Это не ладанка. Это медальон образца 25-го года. Стандартный медальон РКК. На смену им в 1941 году пришли вот эти эбонитовые медальоны. Вот, значит, это мы убираем. Ну, пока сюда положим. Будем надеяться, что у второго сохранность будет лучше. На раскопе их никто не пробовал, ни на крепость заворота, ни на разворачивание медальона в раскопе. Это категорическим образом запрещено. Ты куда светишь? Категорическим образом раскрученный медальон на раскопе запрещено. Во избежание попадания внутрь капсулы современного кислорода, который окисляет бумагу в кашу за 3 часа. Это, к сожалению, это время выверено, к сожалению, опытным путем. Когда у нас ушли 2 медальона, скрытых на раскопе. После этого мы уже больше 20 лет уже не вскрываем медальон на раскопе. Тронуты огнем, обратите внимание. Там горел лес, там патроны взрывались в диске пулеметном. То есть они все разорваны. Пули внутри, а от огня полопались гильзы. И без диска даже патроны, лежавшие на земле, недалеко от медальона и от останков, тоже взорвались, полопаны. Не питаю никаких иллюзий, здесь может не быть ничего. Огонь, сами видите, капсулу не пощадил. Она вспухла пузырями, но целая. Закручена очень хорошо. Крышка треснувшая. Сейчас его помню. Сейчас? Да. Трудно сказать. Такая же кашеобразная бумага. Угу. Давайте второй лист. Второй лист, нет. Угу. Сейчас мы вновь закрываем. Тогда, наверное, вот эту используем крышечку. Без трещинки. Да ведь? Так, Сережа, пассатижи давай. Не, бумагу пока не надо. Держи пассатижами. Аккуратненько, опять же, пометую. Потому что если это из одной партии, он может быть таким же тонкостенным в одном месте. По земле прошел пал, там горело все. Ну, после войны по высохшему сухой погоде леса. Это не война прошла. По людям, по медальонам, по патронам. Низовой пожар. Да, низовой пожар. Чего горит сухая леса и трава. Есть. Так. Ага, днище открылось. Отлично. Дверь открылась.
Машки нет. Видите? Видите на просвет? От бумажки остался кусочек, только тот, который в крышке. То есть наиболее большому температурному воздействию подверглась капсула, а крышечка относительно целая. Знаете? И там, где температурное воздействие, там бумага ушла. А она осталась только в крышке. И посмотрим, можно ли что-то отсюда вынуть или нет. Нет, вынуть вот этот кусочек можно, но не более того. Дальше продолжения нет. Вот остаточка. Спекшийся. Спекшаяся масса, если это применимо в бумаге, это не разъемный кусок, блин, тут аж вот я как чего-то плотного, как коры касаюсь. Спекшаяся масса. Часть эбонита перешла сюда. Химический состав. Сплошного слоя по всей длине нет. Вот. С медальоном номер 2, которые были у двух бойцов. Один с Сергеем, то с ними. Хорошо. Угу. Давай, промывай. Нет этой кухонь. Вроде нет. Давай, помой. Вот так вот бывает. Буду каркать насчет третьего. Может быть. Этот не накол. Не накол. Ну давайте попробуем. Ой, как хорошо-то завернут. Зубами небось. Ну, тенс. Есть. Есть. Вот этот у нас будет. Отличная бумажечка. Вот такого качества бумажечка за 3 часа при открытии на раскопе превращается в кашу. То есть кашу полную. И сколько ни теши, как говорится, лоб. Что там тешут? А? Кол. Кол. На голове у людей, которые занимаются поиском, они чувством злорадного удовлетворения пытается все равно, не пытается, а вскрывает медальон на раскопе, говоря, а у нас ничего не происходит, а у нас все нормально, а мы вот такие. Пилить. Да.
Сереж, давай. Спилить его, иначе не вытащит. Порвем. Он хоть и такой плотненький, ой, слоев-то там сколько. Дофига. Да хорошо. То есть он нормальный должен быть. Вытолкнем. Это вот так, да. Сейчас эти пальчики вырвать. Попал, что ли? Малую толщину взял. Ну, сейчас там уже откроется. Ручка есть у кого? Какая? Шариковая. Ать, не такая обычная. На скамейке там даже лежала. Синяя он лежит. Да. Угу. Просто хотели писать? Нет. Попу. А как раз огянуть. Угу. А, центральная тут идет свой. Выходим, да? Ага, вот сейчас края, вон края как хорошо видны, да? Угу. И слои там видны. Тоже подлипшие. Плотная намотка. Пошел.
Так-с, братцы-кролики. Сейчас посмотрим, может быть, без воды раскрутим. Этот способ мы называем... Как, Сергей Владимирович? А, Сергей Владимирович? Я что, забыли? Раскручивание? Да, без воды. Одними иголочками и пальцами. Забыли? Забыли. Я вам подскажу. Пижонский. Монетку. Вот только хотел сказать, монетку. Какую-нибудь монетку, да, Сереж, любую. У меня же в кармане 5-6 солдатских монеток лежит. Здесь. С нет, раскопов. Нет, нет, у нет, меня нет. В кармане, в левом кармане. Здесь. Могу, конечно, встать. Ну, сейчас, смотри, Сережа, может такое. Нет, нет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ветер. Тихо. Ветер, уйди. Сейчас боевым пятачком. Сережа. Сережка, подожди. У меня же боевые деньги есть. Ой, как ветер-то задул. Вот, на раскопе. С этими же бойцами поднятые. Денежки раз. Денежки два. Смотри, а два боевых пятачка остались в кармане. Надо же. Сейчас их три. Как этот очистился, надо же пятачок. Вот они. И вот это вот так вот называется по-пижонски. Ой, молодец. Он фамилию внутрь положил. Как запомнил? Он внутрь фамилию положил, а внутри наиболее сохраняющаяся часть вкладыша всегда. Алтайский мужик, город Бийск. Район Барабинский. Алис, записывай. Я пишу. Усть, не надо, не надо, подождите, не торопитесь. Усть Тал район, сельсовет. Усть Тала? Не пиши, это пока так не положи. Край Алтайский. То ли Владычина, то ли Владыкина. Пусть не вводит вас в заблуждение, что я разворачиваю пальцами. Да, такое, мы такое делаем чрезвычайно редко. 906 года рождения. Вот, так он мордвин. Республика Мордовская ССР. Или Новосибирская область. Видишь, Куйбышевская. Куйбышевская область, нет? А что тогда такое там написано? А, или РСФСР, может быть, написано. Ну, посмотрим сейчас. Такое происходит чрезвычайно редко, когда сохранность медальона позволяет вкладыша. Позволяет нам бумажка. Где иголочки? Вот она. Позволяет нам раскрыть его подручными средствами без применения спецсредств. Итак, фамилия, имя, отчество. Федорович, Андрей, грязька, да, пошла? Ну, это от этого, от медальона. Ну да, это от эбонита. Воду его все-таки либо капнуть сейчас придется. И вторая у нас звук. Вот он. Придется, наверное, водой капнуть. Ну, лучше капнуть. А? Капнуть лучше. Капните водичку. А, давайте я сам вот так. Фамилии идентичны. Что родственники, что он.
уголочек. Вижу. Я его снаружи хотя бы снимаю. И тут уберем механическим образом. Это пелёшка наша. На него немножко попало, но не попортило. Прямо звоню. Красноармейская. Если красноармейская так написано, длинно, что... Ну, карандаш, он высохнет, он хорошо себя показывает. Это чернила в мокром состоянии хорошо читается, а высохшим чуть хуже. А простой карандаш, который он написал, свои данные, покажет себя хорошо. Давайте послаем до нитрата. Штуковина. Вариант второй сейчас очень простой. И для вас, может быть, не очень естественный. Чистую из бумаги принесите. Папка на пассажирском сиденье у стенки красная. Подлип даже к этой кристалл чутка. Может, прям с листом, Игорь? Вот. Нет. Я сейчас не торопюсь. Ну, по-моему. Эбонит, вот эту, да, грязь надо убрать, иначе она останется, высохнет, и все, ее фиг чем смоешь. Поэтому здесь вот это вот замытие, оно не попортит его. Скаталось сейчас. Его не попортит, но помоет. Все, Серег? А этот лежал, который подгоревший, в метре от него, а этот не подгорел, видите? Бумажка на месте. Серега, входи. Чисто нашел. Вообще. Спасибо. Вообще. И по новой возьму. Водичка не дает бумаге не докурить, слипаться, разрываться. Сейчас мы вот так возьмем, сейчас потоньше возьмем. Мне эти мешают, а этих не хватает. Ты можешь оттуда с бумагой вытащить, с куском. Хотя он нормальный по крепости, но небольшое беспокойство есть. Может, может. Состояние бумаги, она вроде и крепенькая, но поверхность натяжения воды может оказаться ее сильнее, когда я вытаскивал бы пинцетом или пальцами. Поэтому я боясь ее надорвать. Сейчас буду делать следующее. Воды много.
Опять. Так, и попрямее, да? Так вот, вот так вот. Есть. Тяни. Тихонечко. Тяни. Стоп. Все. Там неловкое движение. Неловкое движение. Еще не привык. Так, сейчас мы подвинем. Оторвите еще кусочек такой же полосы. Там можно даже было, Серега, оставлять тот, который есть. Это елы-палы. Опять в воду. А, чуть-чуть придержи, чутка буквально прилепить надо. А потом от сухой бумаги отстанет. В воде, вот так. Нет. Есть, тащи, Серега, тихонько. Хоп, тащи. Есть, все. И что вода делает? Видите, вместо всяких рук и пинцетов, видите? Ровненько, аккуратненько, стоп. Не надо. Ровненько, аккуратненько поверхностным натяжением разворачивает тонкий слой бумаги. И теперь он у нас чистенький и сохранненький. Ну, давай. Оп, тут мы сейчас, наверное, его расправим. Видите, как, что делает вода? Великое свойство. Вот, она нам его почистила, и она нам его расправила. Итак, что-то вот не видится, Владык, или нет? Я ошибаюсь или нет? Нет, И первое. И? Нет, В первое точно. В первое. У него все-таки как у жены, наверное. Так, надо еще немножко опустить, вот тут подрасправить. Вверх-то немножко не хватает. Ничего. Сейчас мы вот это место расправим. Вытянем. Оп. С кем мы имеем дело, а, товарищ? Свечивает вода. Андрей Федорович, ну кто-то у нас. А, там еще, да, я и четко вижу в конце. Ин, кин, в конце. Пекин. Икин, да? Екин, что ли, или икин. Икин в конце. Ну и она икина. Да, и она кина тоже. Угу. Владыкина, что ли. Дэл вот и есть вот какая-то. Вот тут вот только вот это вот рочерк сбивает. Сверху, сверху тоже такое есть. И тут есть? Да, но именно одно буквы И. Угу. Да, вижу. Владыкин. Не, надо тыс.
Ина. По-моему, там. Чина. Владчина. Да, что-то похоже на то. Сейчас я не приступлю. Ты... Ну смотри, если, да? Если он Владчин, то Чина, слишком много. Чина точно, но не Влад. Слишком много. Не Влад. Сейчас. Ведяйкин. У него длиннее фамилия, чем здесь внизу написано. Это разные, кажись, фамилии. Нет. Наталья Степановна, что ли? Нет. Росчерки одинаковые. Тут и тут. И не вижу. А не продолжение ли это фамилии, вот это, здесь перенос? Ведяйкина. Ведяйкина. Он Ведяйкин. Смартфон дайте мне. Мы сейчас посмотрим в ОБД мемориал. Попробуем. Ну, я не утверждаю, что он Ведяйкин. Это как вариант. Сейчас проверим.